Привет. Привет. Всем привет. Меня зовут Чир. Это Геннадий. Мы не... Давай нормально, все, продолжаем, Мы недавно открыли на базе КГУ студию звукозаписи и саунд-дизайна. Мы занимаемся тем, что мы развиваем, находим талантливых музыкантов КГУ и помогаем им развиться. То есть мы находим и вокалистов хороших, и также мы помогаем именно музыкантам, талантам, которые хотят научиться писать музыку. Ну, наш спектр очень большой. У нас можно записать песню, какую вы пожелаете. У нас можно научиться писать музыку профессионально. И также у нас есть курсы диджейнга, которые преподаю я и Ачир. Ну, также мы осуществляем сотрудничество, можно так сказать, плотно сотрудничаем с студенческой вокальной студией «Анданте». Мы вот только что... Благодарю Солей Петрушкеевой, да, очень вот. Хорошая вокалистка, очень хороший педагог. Именно вокала? Да. Также у нас планы у нас вообще, конечно же, наполеоновские, можно так сказать. Вообще мы позиционируем данную студию именно как творческая площадка, такой небольшой трамплин именно для нашей творческой молодежи, потому что в каждом дворе, в каждом дворе, в каждой кругу друзей есть человек, который играет на гитаре, который играет на гитаре, хорошо поет, придумывает свои песни. Такой человек, душа компании. Вот мы хотим помочь этим людям добиться чего-то в жизни, ну скажем так, именно в творческом плане, прямо в жизни. И акцентируем именно эту студию именно как творческую площадку. То есть здесь мы можем научить, как надо правильно писать минуса, обучить, например, тому же самому диджеингу, и на периферии, например, можем научить правильно петь, то есть именно профессиональный вокал. На более профессиональном уровне. Да. Ребята, я немножко волнуюсь, я немножко профессиональный. Ну, продолжим. Короче, приходите к нам, ребята, адрес, второе общежитие КГУ. Намто-Очирова, 11, да. Мы находимся в подвале, вот здесь у нас очень хорошо. Все есть, короче. Приходите и занимайтесь. Ждем вас.